За этим пристально следят специалисты управления муниципального контроля. На всех торговых точках проверяется разрешительная документация. Если она отсутствует, владельцы объекта выносят предписание. Управление муниципального контроля ежедневно осуществляется мониторинг городских территорий, в ходе которых выявляются факты самовольно установленных коммерческих объектов на муниципальной территории. По каждому факту всегда составляется протокол, передается на межведомственную административную комиссию. Сегодня сразу несколько оперативных групп работали в центральной и курортной частях города. На всех незаконно установленных павильонах были размещены официальные предупреждения, где по пунктам расписано заключение межведомственной комиссии и сроки на демонтаж объекта. У незаконных предпринимателей есть всего сутки на то, чтобы самостоятельно убрать павильон с муниципальной территории. В противном случае он будет демонтирован и помещен на специализированную штрафную стоянку. Сегодня 3 незаконные точки были вывезены с набережной. Еще 13 некапитальных строений по решению межведомственной комиссии подлежат демонтажу.